Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня я хочу рассказать о том, как правильно нужно запиливать стропила, как правильно нужно их размечать. В программе SketchUp мы сделали небольшой макет. Взяли стены, расстояние между ними 5000 мм, то есть 5 метров. Поставили вот такую балку для стропильного прогона. Расстояние от края этой балки до края стены 1500 мм, 1,5 метра, и расстояние от края стены до края стропила у нас 300 мм. Сейчас мы все эти размеры будем высчитывать путем формул, да, а не путем прикладывания, как это обычно у нас делают, прикладывание стропила, разметки и дальнейшие запилки. В этом видеоролике я буду рассказывать именно про такой пример, когда нам дан уже угол. Здесь я взял уклон крови 27 градусов и дана ширина дома. Есть еще другие варианты, когда нам, например, дана высота и дана ширина дома, да, и неизвестно какой угол. Вот, и нам нужно будет найти, например, угол. Но это мы будем делать в следующих видеороликах. Также в следующих видеороликах я затрону тему конькового прогона и расчета высоты вот этой вот балки. Но для начала, чтобы нам все в кучу, все, чтобы каши не было, да, будем все это дело проходить постепенно. Итак, для того, чтобы нам начать размечать стропильную систему, нам нужно нашу работу систематизировать. Профессиональные плотники, которые занимаются монтажом стропильной системы, они каждой стропилы дают обозначение. То есть у каждой стропилы есть начало, есть конец, там правая, левая сторона. Значит, что такое начало нашей стропилы? Это именно та часть, которая у нас идет на карнизном свесе. Конец – это та часть, которая идет у конька. Верх стропила – это у нас та часть, которая смотрит на небо. Низ – это которая смотрит вниз. Правая сторона – это с правой руки. Левая сторона – с левой руки. Также, когда мы начинаем разметку стропил, да, нам нужно соблюсти некую последовательность. Например, когда мы делаем разметку стропила, мы ее делаем обязательно от той части, которая у нас идет от конька, и движемся в сторону нашего карнизного свеса. Вот. И всегда разметку делаем сверху вниз. То есть это, вот, грубо говоря, два пункта, основные, которые мы используем при построении простых крыш. Вот. Возвращаемся в нашу программу. Значит, первое действие, которое мы должны сделать, это вот у нас та часть, которая у нас идет у конька, вот у нас конек, вот карнизный свес. Та часть, которая у нас идет у конька, мы здесь должны сделать, значит, отметку в 27 градусов. Скажу еще одну вещь. Вот этот угол у нас должен быть 90 градусов. То есть, если мы с вами покупаем пиломатериалы обычный, там, первый сорт, который, ну, в основном бывает не первый, там, а второй сорт, да, то вот эта часть, она у нас практически всегда неровная. То есть нам нужно, вот, чтобы обязательно вот этот угол был здесь 90 градусов. Вот, мы берем наш строительный угломер. По поводу угломеров, какими лучшими угломерами работать и какими лучшими, там, рулетками, линейками, это тоже будет отдельно, вот, в следующих видео. Значит, отмечаем здесь 27 градусов, вот, это мы сделали вот эту вот часть, разметку. Теперь следующий шаг, который мы должны сделать, это нам нужно найти длину, вот, от этой точки и до этой. Вот нам нужно найти вот эту вот длину. Здесь нам нужно вернуться в школу 7-8 класса и вспомнить немного геометрии. Значит, есть такая формула, называется косинус угла. Что такое косинус угла? Это отношение приезжающего катета B к гипотенузе C. То есть у каждого треугольника есть, ну, два катета, да, есть гипотенуза. И если нам, например, известна вот эта вот гипотенуза и вот этот вот катет, то мы без проблем можем найти угол. Но в нашем случае известен угол, известен катет. И нам нужно найти гипотенузу, потому что она у нас неизвестна. То есть гипотенуза — это у нас вот это вот, а катет — это у нас 2500 мм. Вот. Угол, да, нам известен, 27 градусов.
То есть нам нужно найти с вами, нужно найти вот эту гипотенузу. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот этот вот катет, поделить на косинус нашего угла. Так, возвращаемся в программу. Как же нам найти этот косинус? На самом деле в этом ничего сложного нету. Нам нужно взять калькулятор. Если на компьютере, то открываем обычный калькулятор, который идет в стандартных папках в панели пуск. Вот. У него есть такая кнопочка, называется вид. Нажимаю на этот вид, и здесь есть раздел инженерный. Вот. У нас появляется дополнительное такое поле. Если вы будете работать в полевых условиях, то, ну, скорее всего, у вас компьютера не будет. Вы можете, в принципе, без проблем поехать в любой канцелярский магазин, купить инженерный калькулятор, либо сейчас наверняка уже у всех есть смартфоны. В смартфонах, в любых там айфонах, самсунгах там, и так далее, есть раздел, где есть вот эта вот инженерная часть. Нас интересует в этой части кнопочка косинус. Значит, мы берем с вами, нажимаем, так как мы знаем, что у нас угол кровли уже задан, да, 27 градусов, мы нажимаем 27 и нажимаем вот на эту кнопочку косинус. Значит, у нас получается значение 0,891. Вот эту часть мы убираем, оставляем только вот 0,891. Мы таким образом находим вот этот вот косинус 27 градусов. Теперь нам нужно вот это вот 2500 разделить на 0,891. Значит, 2500 делим на 0,891. У нас получается 2805 миллиметров. Так как у нас восьмерка после запятой, то мы вот эту вот пятерку округляем до 6. Значит, берем нашу рулетку и отмечаем. Так. Нашу рулетку. И отмечаем 2806 миллиметров. Мы видим то, что у нас появилась здесь вот точка. Теперь от этой точки мы должны сделать так же, как в первом действии, взять наш угольник и отметить здесь 27 градусов. Значит, что мы сделали? Мы нашли вот расстояние от этой точки для этой. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы нам сейчас можно было запилить вот эту вот пятку. Значит, когда мы запилим пятку, так как у нас вот эта вот стропила идет 150 миллиметров, мы берем 2/3 части от стропилина. То есть вот эта линия у нас всегда 100 миллиметров. Если у нас стропила 200 миллиметров, то мы берем вот эту часть 140 миллиметров. Это тоже как бы систематизация нашей работы, чтобы нам не путаться, чтобы все наши строители, которые монтируют кровлю, не путались, да, всегда вот эти вот размеры делали одинаково. То есть отмечаем вот по этой линии, которую мы отметили, 27 градусов, да, 100 миллиметров. У нас появляется вот эта вот точка. На этой точке нам нужно от этой линии сделать перпендикуляр, то есть 90 градусов, чтобы у нас вот этот угол с этим был ровно 90 градусов. Значит, первое действие мы сделали, эту часть отметили, вот эту часть отметили. Третье действие мы должны сделать, найти вот эту часть. Наша задача тут состоит из следующих пунктов. Нужно, чтобы вот это расстояние было обязательно 300 миллиметров. Именно от стены, не вот так вот 300 миллиметров, а именно мы поставили задачу, чтобы у нас вот эта часть была 300 миллиметров. Дальше нам нужно, чтобы вот эта часть у нас была запилена по 27 градусов, то есть чтобы она была параллельна нашей стене. И вот эта часть, чтобы она была параллельна нашему полу. Ее, ну если мы так запилим, то потом удобнее будет монтировать софиты, либо деревянную вагонку. Как нам найти вот это вот 300 миллиметров? Значит, если мы возьмем 2500, прибавим 300, то у нас как раз получится расстояние, то, которое нам нужно. Значит, берем 2500 плюс 300, это 2800. 2800. Так, еще раз. 27 косинус, это 0,891. Теперь 2800 делим на 0,891. Это получается 3142 миллиметра. Пятерку округляем, двойку округляем, так как у нас здесь пятерка, трех.
я отмечаю на стеропильне 3143 миллиметра. Берем нашу рулетку. 3143 миллиметра. Так, и точно так же, как в первом и втором случае, мы берем наш строительный угломер и отмечаем здесь 27 градусов. Также с вами берем, отмечаем здесь 100 миллиметров и находим перпендикуляр 90 градусов. Вот, мы с вами уже сделали, нашли вот эту часть. Нашли вот эту часть, нашли вот эту часть. Остается у нас четвертая часть под стропильный прогон. Здесь на самом деле тоже ничего сложного нет, так как мы знаем расстояние от края вот этой балки до края стены у нас 1500 мм. Мы берем с вами косинус 27, косинус 0,891 и 1500 разделить на 0,891. У нас получается 1683. Так как у нас тут пятерка, значит тройку округляем до 4. 1684 миллиметра. Так, берем с вами рулетку и откладываем 1684 миллиметра. Вот у нас появилась точка. И делаем то же самое, как и в первых трех случаях. Берем также 27 градусов. Так, сейчас. Это мы тут с вами понаделаем. Так, берем. Так, еще раз. Берем 27 градусов и 100 миллиметров. Отмеряем здесь перпендикуляр 90 градусов. Все, мы с вами отметили все наши 4 части. Первая часть, которая у нас уйдет на коньке. Вторая часть, которую мы отметили, это у нас пятка мурлата. Третья часть, это у нас идет край стропилы, да, и четвертая часть, это пятка стропильного прогона. Карандашом. Так. 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 И вот так. Так, все, мы сделали разметку, и теперь, чтобы нам вот эта часть не мешала, теперь мы ее, все это дело удаляем. Так, теперь нам нужно эту стропилину удалить. Нажимаем букву P. Так, удаляем эту часть. Так, удаляем эту часть. И вот эту часть. Так, проверяем с вами. Так, все, у нас получилась стропилина. Теперь мы ее объединяем в группу и разворачиваем. Так, тут 90 градусов, а тут... Тут на 27 поднимаем вверх. Так, все, мы с вами все размеры выставили. Теперь убираем нашу эту стропилину и проверяем, правильно ли мы с вами все рассчитали. Смотрим. Первая часть, которая у нас идет на карнизном свесе. Так, как у нас тут было 300 мм, так и осталось. Вот эта часть у нас идет вертикально, вот эта часть горизонтально. Сама пятка стала четкая, никаких зазоров нету. Теперь проверяем стропильный наш прогон. Так, тут все тоже встало четко. Никаких зазоров, ничего нету. И коньковая часть четко идет по линии. Вот, собственно говоря, несложными действиями мы с вами без проблем запилили стропила. Так что у нас все встало четко, нет никаких зазоров. Скажем так, все у нас стало идеально. Что я могу сказать? Если вы хотите по такому способу отмечать стропила, обязательно
делать эти в миллиметрах. Если будете делать все расчеты в миллиметрах, то тогда у вас стропила будут вставать четко. Также нужно взять качественный измерительный инструмент. Вот если эта доска будет строгана, тогда это вообще будет идеально. Если эта доска будет не строгана, то возможно какая-то погрешность, но она будет не так значительна. То есть даже с учетом того, что доска не строгана, по этому принципу можно без проблем все это дело разметить, и это все встанет там без всяких подточек, заточек, подпилок и так далее. В следующих видео мы, так как я уже говорил, будем рассказывать про расчет длины вот этой балки, расчет зазоров, если у нас тут будет идти какой-то коньковый прогон, там тоже есть какие-то свои нюансы. Вот, и расскажу про измерительный инструмент. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч!